Всем привет, дорогие друзья, с вами LG. Ура, у нас уже 13-я серия пилится в воскресенье, так что ничего такого сверхъестественного у нас сегодня не происходит. Но, тем не менее, сверхъестественное сегодня произойдет, ибо мы будем продолжать скрещивать наших мобов. Не помню я, на чем остановился, поэтому начнем перекрестное скрещивание. И еще понатаскаем немножечко из случайных мобов, которых я здесь развел. Хочу посмотреть, что тут еще можно интересного вытащить из этого тупого стада. Так, давайте посмотрим. Так, Бпан слизень. Ладно, иди гуляй дальше. С тобой ничего не тесно. Воу-воу-воу-воу-воу. Это же типа креплитки. Слышите, вот это четкое существо. Это я должен взять. Так. Так, ну говорят, что если два моба таких вот скрестить, то они будут дружить. Так, пока что я играю еще на 1.6.4, вот. Можно было бы, конечно, если вы хотите, начать следующую серию уже на 1.7.10, но это, считай, вот это вот все, что тут я вот снимал. Вот это вот. Вот эти вот все, вот, товарищи вот эти вот все, то они, считай, удалятся, потому что это будет как бы уже новый мир и так далее. Вот, поэтому напишите в комментариях, что вы думаете на эту тему. Вот, а также мне очень интересно знать ваше мнение насчет заставки, которую я сделал в 3D Max'е. Вот, надеюсь, вам понравилась эта заставка, потому что на нее было потрачено 2 часа времени. Вот, и довольно-таки много мозговой энергии, так скажем. Так, ну а тем временем у нас свин-плитка и кошаплитка вывелась. Мы сейчас посмотрим, что они из себя представляют. Жирная-жирная свинья и такое вот нечто, существо какое-то. Ладно, фиг с ним. Давайте, скрещивайтесь, успехов вам. Всего хорошего, здоровья, да? Так, все, разошлись. Так, ну, явно надо жилплощадь увеличить, потому что... Что я смотрю, им вообще печально как-то... Ой, прости. Так. Да пошла ты нахер. Так, если ты сейчас не успокоишься, я тебя убью. Мне необходимо вот это существо. Вот, я его взял, наконец-то. Так, давайте мы его перетащим и посадим где-нибудь. Вот тут. Так, стоп, 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 стоп. Какое же ты непокорное, однако, существо. Все, куда-то уйти хочет. Так, дальше. Паук. Ты с ним скрестишься. И жирный-жирный корова-крипер будет скрещиваться с... Следом, так скажем. Вот. Ну, короче говоря, напишите в комментариях, что вы думаете на эту тему. То есть, на тему, снимать ли мне начинать на 1.7.10 или продолжать тут на 1.6.4. В принципе, особой пока разницы нету, что там, что там. Но единственное, что я добавил, это существо Ацелот. То есть, оно... Пока что это существо Ацелот... Выглядит примерно, ну, как ему показать. Оно... Блин, не знаю даже где. Такая вот четкая коровка, вот ее надо взять. Не знаю, что она мне нравится. Выглядит, ну... Вот этот оцелот, ну, как он выглядит, ну, я не знаю, как вам сказать. Ну, вот как свинья, вот, полностью геном свиньи, а только с текстурой вот того существа. Вот, полностью как свинья, только с текстурой кошки. Вот. Больше оно ничем не отличается. В принципе, разницы пока нет особой. В будущем сделаю так вот, чтобы, допустим, чтобы не эндерменов... Эндермены, скорее всего, будут скрещиваться не пшеницей, наверное, а эндерперлами. То есть, допустим, вот берешь эндерперл, да, и клик-клик по ним, вот так вот, допустим, да, чпок-чпок, и они скрещиваются друг с другом. Вот. То же самое, допустим, для коров будет пшеница, а для... Слизней будет, наверное, сгусток слизи. Я думаю, довольно-таки интересно будет. Пикачу я даже не знаю. Что такое Пикачу? Пикачу, Пикачу. Ну, давайте... А, из нее какой-то дроп выпадает, я знаю. Там редстоун, по-моему, да? Ну вот давайте редстоуном они будут скрещиваться. Так. Ну, а... А чем будут скрещиваться? Зомбари... Стоп, нет, Пикачу, да. Вот это злой очень эндермен.
Не знаю даже, что здесь сказать вам. Так, на чем я остановился, да. Свиньи будут скрещиваться морковью. То есть все как в Майнкрафте. Так, овцы подобные, мутанты, которые будут рождаться, будут скрещиваться тоже пшеницей. Еще хотел заметить, что если у вас родится, вот, ну я вот такую еще планирую фичу ввести, но я не знаю, смогу ли я это реализовать или нет, потому что это очень трудно, вот, но я пока что не особо этим занимался. Короче говоря, такая тема, что существа все должны будут скрещиваться еще по разными ингредиентами. То есть, допустим, если у вас выявился мутантом крипер, допустим, да, то его надо будет скрещивать порохом. Но если вы его скрещиваете, допустим, крипера с коровой, вот здесь, вот как вот в данной, вот как в данной ситуации, крипера с коровой скрещиваете, то должно получиться, что ему вы засовываете порох, у нее сердечки пойдут, этой ты засовываешь пшеницу, у нее сердечки пойдут, и они друг с другом скрещиваются. Вот, не знаю пока что, как это реализовать, еще не придумал. Пауков, наверное, паутиной, оцелотов рыбой, пауков, да, пауков паутиной. Ну, про что еще не рассказал? Про этих, как его, как они там называются-то? Да, про овц. Овцы есть, да? И еще там с какой-то мизерной долей вероятности еще одно такое существо есть. Забыл сказать, вот эти вот товарищи будут тоже, соответственно, дропу, наверное. Да, будем сделаем, соответственно, дропу, то есть вот эти будут железные лопаты размножаться. А такие существа, как зомби, будут размножаться гнилой плотью, соответственно. А такие существа, как... Фига себе, хераси, он резко херачит. Слышите, у тебя супер спид? Ну-ка, признайся. Признайся, существо. Fun the sister. Полетел, давай. Ну, вообще быстро, короче говоря. Так, ну ладно, продолжаем. Надо здесь закрыть. Вот так вот. Чтобы наши будущие мобы не сгорели. Так, так, так. Так, вот этих мы еще не скрестили. И этих. Ага, так, тут у нас все получилось уже. По-моему, это вот ты, корова. Да? И вот ты, паучья. Паучья морда. Угу. Так. Готово, готово. Так, тут происходят драки эндерменов с эндерменами. Полный геноцид, короче говоря. Вот. Красное Пикачу. Ждем паука, выводим и смотрим, что будет дальше. Хотя не знаю, стоит ли смотреть, уже пора серию заканчивать, конечно. Но все равно. Ладно, пока еще поснимаем. Ну давай уже быстрее, выводись, выводись. Ну че ты, давай. Мы все ждем, надеемся на тебя, что ты выведешься уже в конце концов. Сколько можно? Давай, так, паучья коровка, пошли скрещиваться. Так, еще хочу скрестить вот этих вот двух существ и вот этих двух, и вообще всех, все. У меня припадок любвеобильности, давайте скрещивайтесь, все, друг с другом. Все. Просто у вас будет огромное количество шансов получить что-то интересное. Давайте. Успехов, удачи, жизни вам, здоровья. Так. Удачи, скрещивайтесь. Да. Давайте. Ура. Так. В результате моего успешного выступления у нас появилось невъебическое количество таких существ, как что это? Кирпич? Куда здесь кирпич взялся? Короче, таких существ, как вот таких существ, только других. Ну, вы поняли, да? То есть, это довольно-таки хитро. Вот у нас паук опять. Что-то пауки нынче зачастились как-то.
О, вот это вообще опасный эндермен. Эндмен. 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 Выстрел, 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 выстрел. Мочи козлов. Вот, в чем прикол, он как бы блок убивает, но... И вот как бы, он как бы остается. Вот, видите? Вот опять эндермен. Давайте их побьем еще. Так, и пойдемте посмотрим, что там у нас в потоке моей любви вывелось. Так, приколы, приколы. О, поп-поп-поп-поп-поп. Так, криперы, криперы. Так, тут ничего интересного. Это тоже ничего интересного. Так, у кошаков родился паук. Все нормально, так. Тут зомби, тут... Тут вообще что-то невнятное. Вместе с крипером. Который, очевидно, принимает участие в этой кровожадной оргии, которая тут сейчас происходит. Так, 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 так. Здесь тоже никого. Так, ну и давайте скрестим тогда уж вот этих двух существ. Вот этого и вот этого. И посмотрим. Ну, в принципе, корову со свиньей, опять же, одно и то же. Так, ну, а также вот этих двух. И также еще как бы вот этого существа. Вот с тем, вот, да. То есть вот у вас должен появиться сейчас наследник. И вот у вас. И так у нас в итоге моего спаренного перекрестного скрещивания получилось две коровы. Давайте посмотрим, что это получится, и закончим на эту нашу серию. Моблаб 13. Вот, я думаю, вам всем уже надоел такой стандартный моблаб. То есть, может быть, вам хочется чего-то более интересного. Напишите в комментариях, какое можно следствие сделать из моблаба. То есть, ну, какие-то более иные версии. Ну, я не знаю, там, придумать что-то, какие-то соревнования там между мобами или еще что-то. Или типа того. Короче говоря, придумайте. Ну, у вас если есть какие-то идеи, напишите в комментариях. Я обязательно прочитаю, потому что у меня очень мало подписчиков еще для того, чтобы... Ну, у нас в итоге получилось две коровы, конечно, да, тут ничего интересного. Ну, может быть, у них крипер родится, давайте посмотрим. Ну, как ни странно, у коров родилась корова. Да, логично. Но, тем не менее, давайте посмотрим, какое обличие будет иметь наша корова. Так. Я поднял крипера очень высоко. Сейчас со всей дури швырну его на землю, смотрите. Прям вот так вот. Оп, и он умер. Просто он потерял все 20 хп. Вот так. Так, ну что, смотрим, что у нас здесь получилось. И заканчиваем серию. Вот, возможно, я еще так... У меня такая мысля появилась. Денег у меня пока что мало. Вот поэтому... А так бы я открыл, конечно, сервер для вас с модом каким-нибудь, я не знаю, там, Дарвин мод или индустриальными модами. Вот так, фигня все. Так, ну что, у нас, короче, получилась корова такая вот, ну как, корова как есть корова. Но корова как корова, да. Ладно, хорошо. Этим мы всем разберемся в следующей серии уже MobLab, которая выйдет, не знаю еще, когда она выйдет, но как только так сразу, короче говоря. КТТС. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, вам понравилось. Вам обязательно должно понравиться. По поводу Дарвин мода 1.7.10. Тут в этой серии было просто огромное количество информации. Вот. И всем спасибо. Давайте. Всем пока.